Студенты в декабре. Все остальные в декабре. Апчхи. Ау, господи, скорее бежим, бежим, бежим. Нашла его котенком возле мусорки. Первые пару ночей он спал у меня на груди, так как был очень слаб. Прошло 3 года, и, видимо, он все еще считает, что он пока недостаточно окреп. Слышь, ты комок шерсти, иди работай. Хорошо, я сказала тебе свое имя. Теперь и ты скажи мне свое. Нет. Нет. Доброе утро. Как спалось? Смотрите, какая штука висит у нас на входе в зал физры. Как на физру, так формы нет. А как по району двигаться, так все в Адидасе. Наруто дело говорит. Ручка, которая вибрирует, когда ты делаешь ошибку. Да ну фигня, я считаю, надо было сделать ту, которая бьет током за ошибки. Я каждый раз, когда сажусь есть. Ааа, тупые видосы, ищитесь быстрее, еда уже остывает. Семья хочет завести кота. Папа против этого. Семья все равно заводит кота. Папа и кот. Вот, сейчас лампочки вкрутим, потом в гараж пойдем, мне карбюратор перебирать. Ха-ха. Капец, блин. А, черт, не та туфелька, господи, что я наделал? Скейты. Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а в мое время клали газеты. Именно поэтому современные коты так плохо ориентируются в политической ситуации. Чистейшая правда. Лестницы в Хогвартсе начинают двигаться. Чувак, который бежал в туалет. В Швеции студент создал пластик из картофельного крахмала. Беларусь через 0,5 секунд после освоения технологии. Сверхдержава. Девушки 50 килограммов. Парни 68. Да что, если я 50, меня вообще не существует. В интернет слили рецепт киндер-сюрприза. Ну, очевидно, что это фэк, потому что... Где фольга? Ты находишь нужный туториал. Он, короче, 5 минут. Хорошее соотношение лайков и дизлайков. У ютубера уставший, но спокойный голос. Он сразу переходит к делу. Мандарины с пыльцой фей. А я думал, испортились. Сейчас на полном серьезе говорю, я думал, что кто-то обсыпает мандарины пастой Годжи. Моя шутка, над которой 2 года назад посмеялся весь класс. Я. 32 года назад. Все еще мой любимый священник. Иуда попал в ад. Я что, адская консьержка? Что вы у меня это спрашиваете? Что делают нормальные люди, когда им скучно? Ищут себе новые занятия, гуляют, общаются с друзьями. Что я делаю, когда мне скучно? Как бы все нормально, да, ничего против не имею, но чай с молоком, серьезно? Тебе что, жить надоело? Хотя это вроде кофе. На первый раз прощаю. Нарезка кадров. Объективно. Мое лицо, когда сидел, отдыхал, а потом резко начались проблемы, которые нужно решить быстро. Чё ты ржешь, я всего на день младше. Геймеры такие. Почему графика такая нереалистичная? Потрясающе. Превосходство. 6-летний я такой. А почему бы и нет? Это как кислородный коктейль, но углекислородный коктейль. Парни такие. А где кепчук? Также парни. Снайпер в здании напротив, восток, 473 метра, третье окно слева, у него в кармане батончик Сникерс, он его надкусил. Мой телефон, когда я говорю, что хочу что-то купить. О, господи. Моя сестра и в зоопарках находит себе друзей. По-моему, у них намечается бой. Ставлю на кенгуру. Файт. Отмечаю 1:42 10 секунд твоего игнора. Че?